В ефірі підсумкова інформаційно-аналітична програма «Факти 7 днів» і я, її ведуча Вікторія Білошицька. Вітаю вас. Одеська область у п'ятницю чекала на президента і дочекалась. По-перше, Петро Олексійович поїхав на 32-й чи то на 31-й кілометр дороги Одеса-Рені. Доброму хазяїну притаманно подивитись, на що йдуть кошти держави та місцевих бюджетів. Хочу наголосити, що програма дорожнього будівництва – це стратегічна лінія української влади, українського президента, українського прем'єра Володимира Гройсмана, українського уряду. І навіть той факт, що зростання коштів, які передбачені державним бюджетом на 2017 рік, на дорожній фонд буде перевищувати 30 мільярдів гривень, чітко демонструє ті пріоритети, які зараз є в українській владі. Хотів би наголосити і звернути вашу увагу, що підтвердженням цієї пріоритетності є і прийняття вчора Верховною Радою в першому читанні законопроекту про дорожній фонд. І програма дорожнього будівництва буде отримувати новий поштовх. Поки що я можу констатувати, той експеримент, який був запропонований, де стимулюється детінізація контрабандних потоків через митницю, для того, щоб частина коштів перевиконання плану була спрямована на дорожнє будівництво, і цьому були чітко зацікавлені місцева влада і обласні адміністрації, вона починає себе реалізовувати, виправдовувати. І я можу сказати, що я дуже задоволений. Цей експеримент себе виправдав. Глава держави також зазначив, що південь Одеської області є надзвичайно важливим для розвитку туризму. У цьому сприяє створення якісної дорожньої інфраструктури. Буде дуже добре, коли до міст Ізмаїл, Вилкове, Болград зможуть приїжджати українські та іноземні туристи, наголосив президент. У рамках робочої поїздки до Одеської області президент Петро Порошенко разом із прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом відвідав пункт пропуску «Маяки-Паланка» Удобне на українсько-молдовському державному кордоні. Петро Порошенко та Павел Філіп оглянули стан будівництва пункту пропуску, введення в дію якого заплановано на 2018 рік. Сторони домовились, що разом з ЄС в рамках проєкту «Східного партнерства» та проєкту «Інтегрованого управління кордоном» буде побудований пункт пропуску, оснащений сучасною апаратурою. Президент зазначив, що кошти на реалізацію цього проєкту виділяє Європейський Союз. За його словами, українські і молдовські прикордонники будуть забезпечувати швидке оформлення пасажирів та вантажів, що ліквідує черги. Також буде проведений інтернет. Пункт пропуску буде оснащений сучасним відеоспостереженням. Чесні люди не повинні мати проблеми при перетині кордону. Оглядати їх будуть один раз на одному пункті молдавські та українські прикордонники, зазначив президент, додавши, що пункт пропуску стане цивілізованим і європейським. Глава держави також нагадав про домовленість побудувати паромну переправу між українською Орловкою та румунською Ісакчою через Дунай. За участь ЄС планується будівництво мосту, який суттєво скоротить відстань між Одесою, Румунією та Болгарією. Це активізує товаропотік та поставки товарів Молдови і України на європейський ринок, зазначив президент. Також президент привіз із собою гарну новину виноробам. Відтепер маленьким українським винарням не потрібні ліцензії. Відповідний закон Петро Порошенко підписав прямо на ганку у Біляєвці. Він скасовує для невеликих виробників місцевих плодово-ягідних вин з власної сировини ліцензію на оптовий продаж алкоголю, яка досі становила 500 тисяч гривень на рік. Сьогодні є велика кількість людей, які почнуть вирощувати виноград, вчитися виробляти вино, згадувати і вчитися, сказав президент. Та додав, що південь Одеської області досі був найбіднішим, незважаючи на сприятливі умови вирощування винограду. І що для цього, тобто виправлення ситуації, було потрібно, спитав президент. І сам відповів, прокласти дорогу, зняти обмеження, дати можливість вирощувати вино, дати можливість його продавати, побудувати мости в Румунію, зняти візу в Румунію, Болгарію, їдьте, продавайте, робіть. Ну, а ще президент разом з Міхаїлом Саакашвілі смачно пообідав та пригубив келих лакареновського вина у відомої одеської рестораторки Ірини Ангелової та навіть написав про це у своєму твіттері. Верховна Рада цього тижня зробила крок від МВФ, точніше продовжила мораторій на продаж землі до 1 січня 2018 року.
Документ був зареєстрований у парламенті того ж дня. Серед його авторів значаться лідери парламентських фракцій Ігор Гринів, БПП, Максим Бурбак, Народний фронт, Олег Березюк, Самопоміч, Олег Ляшко, Радикальна партія, а також Ярослав Москаленко, це голова групи «Воля народу». Нагадаю, що в меморандумі з МВФ передбачено, що до кінця грудня має бути прийнятий закон про оборот земель сільськогосподарського призначення, а до кінця вересня мав з'явитися в парламенті. Але парламентарі не прислухались. Ситуацію пояснив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який заявив, що мораторій в Україні діє доти, поки не прийнято закон про обіг ринку землі. Ну, дотепно. Але він впевнений і в тому, що Верховна Рада зробила свій крок, який абсолютно нормальний. Тому що, цитую, ми розуміємо, що на цьому хтось хотів робити багато піару, а це неприпустимо. Потрібно створити умови, провести консультації і визначитися, яку модель ринку земель потрібно запровадити, але шляхом консенсусу, а не протистояння. Кінець цитати. Зрозуміло, що Гройсман натякнув на Юлію Тимошенко, яка, до речі, обіцяла підіймати аграрників та потім відкликала свій законопроект про мораторій. Що ж до введення візового режиму з Росією, то депутати так і не наважились його розглянути. Лідер фракції БПП Ігор Гринів у коментарі «Українській правді» зазначив, що парламент просто не встиг дійти до постанови про візи. Чому не голосували за візовий? Тому що ми встигли проголосувати за інші законопроекти. Ми ж не дурня валяли, сказав Гринів. Не пройшов і законопроект щодо заборони гастролей російських артистів в Україні. Проект підтримали лише 174 народних депутата. Всі пересварилися та звинуватили один одного в роботі на Кремль. А законопроектом пропонувалося заборонити гастролі, якщо російський артист не надав організаторам письмову заяву про засудження окупації території України державою-агресором. Це ж стосується і артистів, які беруть участь у виставах і театральних постановках українських театрів. Ну що ж, про політичні події цього тижня та про інші ми зараз поговоримо з заступником голови правління Асоціації політичних консультантів України Андрієм Бодровим. Здравствуйте, Андрій. Здравствуйте. Итак, давайте сразу же начнем. Вот, может быть, вы скажете пару слов по поводу визита президента в наш регион. То есть это знаковое событие, вы считаете? Его же связывали все-таки с какими-то изменениями в облгосадминистрации, еще с чем-то. И вообще, как это выглядит? Ну, первое, что приходит в голову, это то, что президенту в последнее время все-таки очень часто приходится приезжать в Одессу. Для Одессы это вроде бы хорошо, то, что, собственно, вот есть некое внимание центральной власти. А для Одессы быть, собственно, в центре внимания центральной власти, наверное, это правильно. Наверное, это хорошо было бы, если бы не одно «но». То, что президенту все-таки приходится, собственно, приезжать сюда для того, чтобы, ну, наверное, как-то ускорить или взбодрить. Дать пинка, да, областную власть, для того, чтобы она делала что-то для того, чтобы уровень жизни людей все-таки, ну, хотя бы не падал. Мы уже не говорим о росте. Если же говорить о самом содержании, собственно, визита, да, ну, мы видели, собственно, целый ряд вот сюжетов, и, конечно же, центральным, наверняка, собственно, все в визите президента была встреча с премьером Молдовы. Mm-hmm. Все-таки проблемы и трансграничного, скажем так, пересечения и людей, и потоков товаров, и каких-то взаимоотношений, собственно, вдоль границы, и проблема Приднестровья, и проблема борьбы с контрабандой, а на этом участке, собственно, она весьма-весьма, как мы знаем, развита. Наверняка это, собственно, было главным наполнением. Все остальное, это были приятные бантики на, скажем так, этом тортике, для того, чтобы было видно, что президент заботится не только о каких-то европейских, собственно, устремлениях, но и, собственно, по старинке, о самих одесситах. Да? Ну, первый секретарь приехал, как же, собственно, вот, а вот мы вообще с дорогу покажем, а вот свинарник новый, а вот, собственно, угали платье, да, ну, вот, по большому счету. А вот смотрите, вот поскольку все время говорят о децентрализации, да, то какое дело, собственно, президенту, какие у нас тут дороги? Это же наша власть, если нам дороги не нравятся, мы ее переизберем, мы ее строим там-то, допустим, частично за деньги местных бюджетов, а тут вдруг выплывает дорожный фонд, который будет по всей стране, как-то вот у меня все не складывается. Все было бы так, если бы не, скажем, та бюджетная система, которая сложилась в стране. Конечно, в некотором роде мы ее унаследовали, но на нынешний момент
несмотря на, скажем, жаркие дебаты вокруг видов, способов, механизмов децентрализации, есть понимание одно. Для того, чтобы ты что-то смог построить, отремонтировать, сдвинуть с места, в любом случае нужно писать челобитную царю. Без этого не складывается. Местных фондов не хватает. Децентрализация не принесла той полноты, скажем так, самостоятельности в решении местных проблем. А плюс ко всему мы видим, что новые инициативы центральной власти, они еще и противоречат духу децентрализации. Создание единого дорожного фонда, ведь по большому счету, что это есть, если не централизация всех поступлений. А у меня простой вопрос, а кто будет потом решать, вот, кому и сколько дать из этого кармана общего? Кто лучше попросит? Кто лучше попросит, это понятно, но собственно, мы знаем, кто и как лучше просит. У кого челобитное будет более красноречивое. И красноречивое, и объемное. Объемное, весомое. Да. Вот, а вот тут, кстати, переходим к вопросу о коррупции. МВФ недвусмысленно говорит, что вы, ребята, извините, но пока вы с коррупцией что-то не сделаете, да, то с деньгами будет плохо. А вот ведь вот такие ситуации, когда есть необходимость писать челобитную, находить входы в киевские кабинеты, чтобы выпросить для своего региона копеечку, это же почва для коррупции. Это не просто почва для коррупции. Это основа. Это фактически, собственно, да, ее основное содержание. Чем более зарегулированы взаимоотношения центра и регионов, тем, конечно же, больше рычагов у центральной власти прищемить и ущипнуть неугодных или, наоборот, поощрить, наградить все, чем могу. А потом местный лидер будет говорить, вот видите, нам дали. Вот это вот предметом гордости является, меня всегда удивляло. Нам Киев дал денег. Я бы всегда на месте местного лидера сначала сравнил бы, а сколько мы, вот здесь все вместе живущие, занесли в эту копилку центральную, и сколько нам потом дали? Нет, допустим, всем дали мало, а нам больше из той копилки. Во-первых, собственно, существует очевидный ответ, почему, да, тогда, собственно, нам дали больше. А мы такие вот хорошие, мы успешные, нам дали. Ну вот это вот гордость такая, это же что-то патерналистское такое из давних-давних времен. На самом деле, понятно, что, скажем так, персонал-то не поменялся, да, несмотря на все остальные перестановки. Знаете, у меня такое впечатление, что персонал меняется, а мышление, ментальность, она переползает. Как, знаете, такое модное слово эгрегор, он так висит плотно, и каждый воспроизводит все вот эти манеры, вот это вот чинопоклонение, вот это вот челобитные писать, жалобы, чуть что письмо президенту, как-то... Ну, не по-европейски как-то. Даже если мы будем говорить о том, что предыдущие элиты уходят, а они пока еще не ушли, они все равно оставляют после себя способ жизни. Воспроизводят, да? Невероятно. Я по себе знаю, как человек, который иногда попадал в мясорубку госорганов на работу. Вот молодых вы там видели? Они же точные слепки. Во-первых, действительно, собственно, человек, который приходит туда молодым, он чего-то еще хочет, к чему-то стремится. Ну, очень быстро. Буквально 1.5-2 года, да, и мы видим, собственно, вот правильного портфеля. Да, который, да, и столоначальник. Конечно, Иван Иванович. Ага, и потому что удержаться иначе невозможно. Система держит цепко. Выдавит. Ты будешь жить в атмосфере всеобщей ненависти. Ну вот с повышением пенсионного возраста, которое требует МВФ, я не знаю, как будет, но, наверное, старое, прежнее поколение нет. Чиновников это не коснется, у них есть деньги лечиться и жить на что. А вот, собственно, украинцы, которые и так средний срок жизни у нас мужчин 60 где-то лет, и повысят, допустим, до 63, и что? Это, как вы считаете, способ вообще сократить дефицит пенсионного фонда? Помните вот старую шутку как раз про советских чиновников, лозунгом которых и научных работников, да, еще тогда и к ним это частенько цепляли, эту фразочку. Умрем у кассы. Такой лозунг. Да. Фактически, собственно, мы идем к тому, что, собственно, каждый, ну, во всяком случае, как мы говорим сейчас. Нет, чиновники-то у кассы умрут, а мы умрем, собственно говоря, у кассового окошка, собственно, да, с но, при этом, стороны, но да. при этом при всем с другой стороны и, скажем так, ожидая хотя бы каких-то, уж, наверное, собственно, не буду говорить подаяний, да, а все-таки это законно заработанные деньги, но... Ну вот смотрите, миллионы людей работали всю жизнь,
участвовали в солидарной системе. Они не виноваты в том, что солидарная система сейчас не дает достаточного объема пенсионного фонда. Они работали всю жизнь, в результате они получают эти 1300 гривен, на которые, в общем-то, прожить сейчас невозможно, да, или там совсем. И это же вопиющая несправедливость. Они это испытывают, они это ощущают. Как можно так отмахнуться от миллионов пенсионеров, сказать, а вы как хотите, либо дети вас кормите, либо делайте, что хотите. Вот как это? МВФ, может, не знает, или, может, они по-другому думают? Да? Исторические примеры, собственно, мы видели. Ну, во всяком случае, Китай так сделал, сказал, что он там ресурс развития не намерен, скажем так, тратить на стариков. Ну, там совершенно другая ментальность. В Японии другая, там дети, да, там тоже нет пенсии. И, во всяком случае, там государство понимает, что, ну, есть некие, скажем, хотя бы категории, которые в любом случае нужно поддерживать после выхода на пенсию. Если мы говорим о нас, то в той ментальности, которая сложилась, и по которой очень сильно, ну, скажем так, проехались 90-е, да, когда разрушались семьи, когда разрушались какие-то отношения, когда фактически каждый вел выживание сам за себя, вот это поколение, оно выросло, собственно, ну, наверное, не в той ментальности, не в том, скажем так, не в той психологии, чтобы все отдать родителям. Это не будут японские дети. Более того, они даже и заработать прилично не могут, чтобы отдать родителям. Иногда просто попрошайничают у тех же своих родителей-пенсионеров. Да. И как? Два поколения минус получается. Если мы переходим резко, два поколения минус. Я думаю, что даже три, потому что следующее поколение, допустим, поколение людей, которые, может быть, чуть не там, младше меня, они вообще не будут никогда получать пенсии, да? Потому что... Не будут. Нет. Потому что солидарная система рухнет полностью. А параметрическая не построится, как это обычно у нас бывает. Абсолютно верно. Он, вот говорят, пенсионные фонды. Замечательно, прекрасно. Ну, пенсионные фонды. Пенсионный фонд может работать, собственно, и привлекать деньги только в одних условиях. В условиях, собственно, доверия населения к финансовым структурам. Это первое. И в условиях наличия финансовых инструментов. Куда эти пенсионные фонды будут вкладывать деньги? У нас что есть финансовый инструмент? Фондовый рынок мертв. Куда они будут вкладывать деньги? И фондовый рынок мертв, и доверие, собственно, к финансовым структурам нулевое, и доверие к политике власти, которая завтра не поменяет, собственно, снова какие-то правила игры, и для самой финансовой структуры, и для пенсионной системы тоже нулевое. Мы это видим по опросам, это опросы четко фиксируют. Соответственно, плюс еще, если учесть ментальность нынешней молодежи, которая живет сегодняшним днем, она накапливать не привыкла. Они всячески к этому стимулируют. Это, кстати, мировой тренд, но в Украине он развит еще больше. То, что запасного жирка-то нет, то есть когда они придут к 60 годам, у них не будет ничего. Ну, кроме какой-то там прослойки 5% наследников богатых вот родителей. А остальные что? Они же сегодня, они готовы потратить последние деньги на, я не знаю, на iPhone. И то, если есть. А то можно и украсть. Или у бабушки деньги украсть, купить. В последнее время, собственно, в социальной демографии и в политологии появилось такое слово, как прекариат. Да? То есть, прекариат, да. То есть та прослойка, которая фактически работает только на сегодня и не создает, скажем, каких-то для себя гарантий на завтра. Это, да? Кстати, полная аналогия подъемных рабочих. Фактически. А что, нет? Это подъемные рабочие, на 3 дня взяли на работу, все, подъемная работа. Фактически так. Они не привязаны, собственно, никакой крупной корпорации, у них нет какой-то традиционного какого-то места работы. Проектами, проектно мыслят даже теперь уже, да, и порхая с какой-то ветки на ветку, собственно, вот сегодня выхватив, собственно, зернышко на сегодняшний день, спустив это, собственно, в магазине на какой-нибудь iPhone или на какую-нибудь путевку на Бали, которую ему так усердно, собственно, рекламируют. Рекламируют, и к 40, собственно, там, 50 годам, когда порхать уже трудно, да, они оказываются разбитого корыта. И, кстати, становятся очень хорошей почвой для политических манипуляций. Чем человек, собственно, менее обеспечен, чем он больше зависит от каких-то, скажем так, мелких подачек или вливаний со стороны политиков, тем, естественно, он охотнее отвечает на такие стимулы. Более управляем. Вот если говорить о том, что пока о тарифах, которые у нас сейчас над нами висят зимние, то действительно сейчас в основном платят старшее поколение. Вот, и за молодежь иногда в том числе, то есть их пока это не коснулось, не ударило. Вот тарифы. Электроэнергия оптовая у нас выше, чем в Европе. Газ нам тоже не по карману, я просто вам зачитаю стоимость, значит, тариф наш на газ, это импортный умножить на курс доллара, плюс НДС, плюс транспортировка, плюс распределение, плюс наценка нафтогаза, там она вот такая вот. И в нынешнем тарифе заложено $185. Вот, плюс вот эти все накрутки, да? А вот эксперт Юрий Корольчук говорит, что в следующем году цена нефти
растет, $240-250. В результате он подсчитал, что экономически обоснованный тариф будет 11 тысяч гривен. Ну, то есть 11 тысяч гривен, это не заплатит никто, и никаких субсидий не хватит. Ну, мы получим просто кризис неплатежей, дальнейшее разрушение системы ЖКХ, плюс ко всему ужесточение правил игры на рынке, скажем так, коллекторскую бурю, да, во-первых, а уже, кстати, вступил закон о том, что частные коллекторы, которые могут, частная исполнительная служба. И структур, которые этим занимаются, и самое главное, скажем так, разгул методов, в котором обычно частные структуры менее скованные какими-то правилами пользуются при выбивании долгов. Соответственно, я думаю, мы это увидим и увидим еще этой зимой. Вот именно этой зимой, думаете, да? Ну вот, во всяком случае, несмотря на все убеждения, что из квартир не будут выгонять, но тем не менее, при достижении определенного потолка долга квартиру будут выставлять на торги. С одной стороны, это действительно возможно, с другой стороны, ну хорошо, допускаем, что квартира пока еще... Там, не накопили такого долга, собственно, для того, чтобы отняли квартиру. Угу. Но когда исполнитель приходит и вынимает у вас из стены последний гвоздь, то эта квартира тоже, наверное... А такое тоже может быть, да? То есть описать просто имущество? Конечно. Для последующей реализации. То есть могут просто вынести все? Однозначно. И в том числе, достаточно жестко, не так, как те судебные исполнители, достаточно. Ну, какие-то рамки наверняка прописаны, собственно, для них, но вы же знаете, строгость закона рамки, в нашей стране... А эксцесс исполнителя никто не отменял. Да, строгость закона компенсируется неисполнением. То есть, в принципе, такая ситуация достаточно серьезная, вы считаете? Я считаю, да. Особенно для тех, кто, собственно, скажем так, вот живет в потолке там, до 2000 гривен. Это, ну, они, дело в том, что я не знаю, правда ли мне рассказали, что, допустим, субсидия на газ перечисляется продавцу газа раз в 4 месяца, поэтому 4 месяца наперед надо платить полную сумму, у людей-то ее нет, вот в чем вся проблема. Ну, хорошо, тогда давайте мы вернемся к Верховной Раде, вот она мораторий, вот она ослушалась МВФ и мораторий продлила, то есть рынок сельскохозяйственной земли не начнется, да? Это они смелые такие, или это интересы уже агрохолдингов, уже тех, кто... Все еще проще. Если мы будем говорить о интересах агрохолдингов, то мы, скажем так, взглянув на теневой рынок, пока еще аренды, да, сельскохозяйственных земель, увидим, что до 80% земельного фонда Украины уже принадлежит крупным корпорациям. Через аффилированных игроков, через контролируемых игроков, но тем не менее 80% собственно, фонда земельного принадлежит крупным корпорациям, в том числе собственно, корпорациям с западным капиталом. Да? Так и чего же они там? Опять же, все очень просто. Во-первых, есть еще 20%, на которых можно поиграть тем самым чиновникам. Они недавно у кормушки. Кошки еще немножко, да? Они недавно у кормушки, они недавно у руля, да, собственно. Они не успели еще выхватить, скажем так, им кажется, что не успели еще выхватить свое. Что еще можно? Еще есть. Поэтому таким образом произошла некая резервация, собственно, вот этого процесса. То, что процесс наступит, то, что их заставят это сделать, я думаю, однозначно, потому что это как раз в интересах крупных агрохолдингов. Плюс ко всему, я думаю, что агрохолдинги, возможно, были бы заинтересованы сейчас в прописании более четкой, собственно, структуры, более выгодной для них, для того, чтобы, вступив в силу, этот закон, собственно, уже отмел какие-либо вообще претензии со стороны других игроков. И чтобы зафиксировали право их собственности. Фиксировали правила собственности так, чтобы, собственно, это не было, ну, скажем так, тоже так, чтобы это не пахло перераспределением, так, чтобы вот зафиксироваться именно в тех границах. У нас все пахнет распределением. Вот Артур Герасимов, представитель президента Украины, сказал, что в Украине инвесторы больше боятся судебных решений, чем агрессии России. То есть у нас можно по суду перераспределить все. Ручное управление судами, собственно, да, конечно. Так, у нас полторы минуты. Все-таки я хочу вернуться к нашим, в смысле, реалиям. Вот, по поводу вот этой интриги вокруг нашего губернатора. Истерика в сетях, уволят, уже назначают нового, кого-то уже вот такое вот идет. И потом приезжает президент вместе с Михаилом Саакашвили, они спокойно ездят, потом идут, обедают, все замечательно. Что это за... Банальная, собственно, стандартная пиар-акция. Сначала подогреваем интерес к теме, собственно, потом, скажем так, этот интерес удовлетворяем. Удовлетворяем интерес, собственно, позитивным образом. Подогреваем интерес, понятно. Это как артист говорит, что это его последняя гастроль. Да? Давайте начнем с простого, собственно. Вообще, кем была запущена утка? Утка была запущена экс-депутатом
парламента Грузии. Откуда у экс-депутата, подчеркиваю экс, тем более парламента Грузии, настолько собственно, точная информированность о том, что происходит в стенах администрации президента Порошенко? Ну, наши люди верят. Наши люди верят. А наши СМИ усердно тиражируют. То есть Михаил Николозович, просто говоря, гениальный... Комбинатор. Гениальный просто. В наших местах говорят так. Комбинатор. Но на самом деле, да, это вот он абсолютно точно отвечает нашим реалиям, нашему времени, нашему городу, нашему региону. Поэтому чего его на его ругают, я, честно говоря, не понимаю. Он абсолютно идеально. То есть время вызвало и исторический период именно своего фигуру героя. Михаила Саакашвили. Так ведь? Спасибо вам большое. К сожалению, наше время истекло. Я надеюсь, что мы с вами не последний раз беседуем, потому что зима будет, наверное... Интересная, я так думаю, поздняя осень. Вот, а нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель председателя Ассоциации политических консультантов Украины. Очень у вас сложная должность. Андрей Бодров. Ну, а вы не перемикайтесь, через хвилинку побачимо знов. Марія Петрівна та Іван Свиридович живуть в однокімнатній квартирі. Сьогодні Марія Петрівна, як і тисячі українських родин, отримала бланки заяви і декларації на оформлення житлової субсидії, а також інструкцію, як їх правильно заповнити. Марія Петрівна дуже непокоїлась тим, що заповнити заяву і декларацію буде непросто. Але пенсіонери з легкістю впорались. Заповнені документи можна занести в місцевий соцзабез чи в сільраду, або надіслати рекомендованим листом у органи соціального захисту населення. А от Сергій Сидоренко надіслав документи у електронному вигляді через сайт tiplo.gov.ua. За кілька тижнів соціальна установа письмово повідомить Марію Петрівну і Сергія Сидоренка про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. Держава турбується про тебе. Уся інформація на сайті tiplo.gov.ua або за телефоном гарячої лінії 1545. Творіть добро, благое діло. Одесская областная организация Общества Красного Креста Украины приглашает вас принять участие в акции «Спаси жизнь, стань донором». Неравнодушных одесситов и гостей города ждем с 5 октября по 5 ноября по адресу улица Шклярука, 4А, в будни с 8:30 до 13 часов. Информация по телефону 727-82-80, 702-15-07. Ви дивитесь «Факти 7 днів». Вітаю всіх, хто приєднався до нас тільки зараз. Тристороннє співробітництво в IT-галузі між Україною, Норвегією та Боснією і Герцеговіною запропонували представники Норвезької судової адміністрації під час круглого столу в приміщенні Київського районного суду міста Одеси. Поштовхом для такої пропозиції стало впровадження в місті першого електронного суду як одного з напрямів реформування судової системи України.
Мы, я продолжаем нашу программу. Прошу прощения за технические неполадки. У нас что-то случилось с аппаратурой. Так бывает, зато у нас есть возможность продолжить беседу с нашим замечательным гостем Андреем Добровым. Продолжаем. Нам еще много есть о чем поговорить. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о том, что у нас европейские тарифы, да, и нам премьер объясняет, что мы теперь свободные люди, вот даже запустили вот эту рекламу, да, Руслана рассказывает о своих ветряках, там, да, и вот этих всех вещах, вот, что мы теперь свободные люди, и мы должны платить европейские тарифы. При этом премьер не говорит о том, что у нас, допустим, европейские зарплаты. Вот вы, может быть, где-нибудь слышали, как они делают коннект между тарифами и зарплатами? Ну, то есть, где я могу заработать эти деньги, чтобы оплатить коммунальные услуги? Ну, во-первых, я бы хотел немножко поправить вас. У нас не европейские, у нас сверхевропейские тарифы. Mm-hmm. Да? Потому что если мы говорим не о абсолютной стоимости тарифов, а mm-hmm. о их соотношении с зарплатами, то, допустим, средний житель Германии платит около 12% своего дохода, тратит mm-hmm. на коммунальные услуги. А в Украине этой зимой мы будем тратить около 56% от средней зарплаты. Ну, конечно. А средняя у нас сколько? 4 с чем-то. 161 доллар. Ну, это 4 с чем-то, да? Ну, я вам скажу, там человек, который живет, у которого автономное отопление, газовый котел, у него так под 4 и выйдет. То есть у многих выйдет вровень с доходом, средняя зарплата, а человек может зарабатывать меньше. Ну, это опять же подсчеты, скажем так, наших украинских структур. Ну, да. Вполне возможно, что и качество было аналогичное, да. Но тем не менее, если говорить о Руслане, той рекламе, которая была запущена, ну, по большому счету, госпожа певица забыла упомянуть о том, сколько стоит один ветряк. И сколько стоит? Ну, набор оборудования 1020 долларов. 25 тысяч евро. Евро. Средняя стоимость комплекта. А тепловой насос 10 тысяч евро. Абсолютно верно. Ага, то есть сначала надо это где-то взять. Сначала, собственно, нужно, чтобы, наверное, правительство, если мы хотим, там, скажем так, быть абсолютно свободными людьми, угу. предоставило, ну, лет так на, я думаю, 500-600, собственно, потому что, ну, быстрее не получится с нашими зарплатами. Кредит на это оборудование мы поставим себе абсолютно спокойно, действительно, автономность, это же хорошо, мы не будем зависеть от центральной сети. Ну вот смотрите, часть людей получила субсидии, допустим, часть нет. Вот я, например, наблюдала сама такую картину в банке. Женщина, ее уговаривали продлить депозит, она хотела его забрать. Ее долго уговаривала операционистка, она говорила, что ну оставьте, ну пожалуйста, ну вы же заработаете копеечку. Говорила, нет, деточка, я не могу. Она говорит, ну хоть на полгода. А женщина говорит, ну понимаете, зима идет, мне нужно платить за услуги. То есть, по факту, что происходит? Фиксируем ситуацию. Человек за какие-то, там небольшой, судя по всему, депозит. Человек за там всю жизнь накопил там какие-то 10-20 тысяч гривен, да? Он не купил себе что-то, он не съездил куда-то, он экономил. Он самое главное, вложил это в экономику Украины, через банковскую систему. Через банк. Он, у него абсолютно либерально-протестантский такой тип мышления, который, собственно, преимущественно стараются, ну, как бы внедрить у нас, да? Мы же должны думать по-другому теперь же. По-европейски. Да. По-европейски. Этот человек поступал как Маргарет Тэтчер, которая экономила деньги со школьных завтраков, но ей в голову не могло прийти пойти купить кофточку или, например, в кино сходить, да? И вот этот человек накопил. Это означает, что это действие? Человек не рассчитывал на детей, чтобы они не сесть на... Человек не рассчитывал на государство, на пенсию и на всякие льготы. И в результате наказаны сейчас, получаются, люди. Именно эти люди. Как это понимать? То есть не те, которые имели всякие льготы и вот это шахер-махер всякий, не те, которые выкручивали какие-то себе преференции, а вот именно эти люди, которые своим трудом... А честным трудом много не заработаешь, да? Честным трудом заработали именно вот этот ядро в Украине, и внутренние европейцы, как я называю, они оказываются наказаны, они останутся без накоплений. Как это понимать? Вы знаете, вообще вот в последнее время содержательное законотворчество со стороны депутатского корпуса и исполнительной власти, они тоже имеют право законодательной инициативы, оно наблюдается только в двух случаях. Либо когда нужно отстоять свои личные или чьи-то корпоративные интересы, тогда когда нужно прописать лоббистский закон, и тогда кто-то шевелится. Либо тогда, когда это происходит под пинками международных структур или каких-то взаимных каких-то договоренных
солидарности с... Они понимают, я, извините, что вас перебиваю, они понимают суть этого пинка? Очень редко. Ну, то есть механически. Давайте посмотрим, собственно, может ли Казак Гаврилюк, вот, ну, просто из того, что мы видим, да, скажем, четко осознавать, а что происходит, допустим, ну, с атомной энергетикой, в которой планируют внедрить установку сварных труб на охладительные контуры, собственно, атомных электростанций. Чего собираются сделать? Трубы, собственно, раньше ставили бесшовные, ну, да, цементянутые. Да. А сейчас будут ставить сварные. Как это? Ну, которые со швом посередине. Да вы что? Нет, это правда? Это не фейк? Это не фейк? Нет, так они же развалятся. Это вопрос, который на полном серьезе... Там же температуры какие? Это вопрос, который на полном серьезе обсуждался. Более того, экспертное заключение, собственно, кого-то из нашего атомного ведомства было о том, что, ну, это совершенно безопасно, это все нормально. Как безопасно? Факт остается фактом. Ну, надеюсь, еще не... Нет, еще в процессе решения. Ну, то есть, да, то есть, эта ситуация, то есть, мы на пороховой бочке, я так понимаю, да? Ну, в этой, скажем так, сфере вообще ситуация тяжелая, потому что так называемые ТВЛы, собственно, эти сборки, да, собственно, вот, стержни, которые, которые выделяют вот, в процессе распада, собственно, ту самую энергию, которую мы потребляем потом, они, ну, имеют определенные характеристики, и, собственно, наши, конечно, все станции, они заточены под те, скажем, ТВЛы, которые создавали в Советском Союзе, а теперь создаются, собственно, в России, да. Нас же принуждают для того, чтобы мы фактически хороший новый на рынок сбыта для западных производителей, собственно, подобных сборок. Сборки Вестингауза. Да, сборки Вестингауза нам сейчас... Но они не подходят. Они, ну, не сильно, но отличаются. Ну, мне как объясняли, это как квадратный предмет в круглое отверстие. В круглое отверстие засунуть, абсолютно. Есть, кстати, такой тест для... Да. Ну, факт остается фактом, мы этот тест сейчас успешно проходим. Правда, выводы, собственно говоря, печальные. Ну, это такой вопрос. Ну, хорошо. То есть вы не нашли нигде вот этой связки. То есть, как предполагают власти, что мы заработаем эти деньги на. Тут еще какая вещь? Говорят, 9 миллионов семей требуют субсидии, потребуют субсидий. Это 27 миллионов человек минимум, это 2/3 людей, жебраки, потому что кто еще требует, кто вынужден брать субсидии, как это? Он не может заработать, он работает 8 часов в сутки, он не может заработать, чтобы заплатить за коммуналку, как это понимать? Ну, фактически механизм субсидирования сам по себе предоставляет достаточно вкусную, скажем так, схему для злоупотреблений в этой сфере, да, и то, что эти, скажем так, субсидии не монетизированы и не с каким-то образом распределяются самим потребителем, то есть не выплачиваются ему напрямую. Они просто перегоняют. Они просто проходят, собственно, минуя потребителя из одних рук в другие. Мы не знаем, сколько отщипывается, собственно, по пути. Ну как, знаем, уже тот же Корольчук говорил, по норме вы должны потребить, ну, например, 8, вы на самом деле потребили 6 или 5. Остальные 2 в кармане. А перечислили... по монополисту за 8, то есть 3 осело в... Полтора в одном кармане, полтора в другом, все нормально. Ну, окей. Или один здесь, а два здесь. Я все это понимаю, это то, что я вижу, где могут заработать монополисты. Я вижу, за счет чего поддерживается их уровень благосостояния. Мой уровень меня интересует благосостояние. Ведь ваш уровень благосостояния никак, скажем так, не влияет на перечисление от одного монополиста другому. Поэтому, ну, почему вы вообще должны находиться в центре, собственно, внимания того, кто писал этот закон? У них все нормально, собственно, вы в этом плане, это только повод. Перечислить. Передаточное звено. Нет, даже не передаточное. Это просто повод передать, собственно, за вас. Из одного кармана в другой. Да. Хорошо, если человек не оформляется, то есть по факту тот, кто оформил субсидию, он легализовал коррупционную схему. Ну, он, да, а что нет? Да. Он легализовал схему определенную и, так сказать... А с другой стороны, выхода-то у него нет, поэтому, собственно, он вынужден этим пользоваться инструментом. И самое главное то, что если бы, опять, как я уже сказал, эти льготы были бы монетизированы, то человек, может быть, более, скажем, рационально распределял их, лавируя, собственно, внутри своего какого-то семейного, например, бюджета. Да. Если бы эти льготы были монетизированы. А почему их не могут монетизировать? Ну, олигархи не досчитаются прибыли. Это неинтересно. Но они не досчитаются прибыли. Человек сэкономит и не доплатит, а?
И чиновники не досчитаются прибыли, он же будет вынужден отдать все. А, собственно, если олигарх, скажем так, поделился с ними, с чиновниками, той разницей, которая между 6 и 8, то вы же не поделитесь с чиновником, не отнесете ему, собственно, там эти 20 гривен. Которые... Ну, наверное, при назначении, может быть, и можно, но один раз. Да, да. Ну, то есть коррупция... Да, так, хорошо. А вот еще такая, например, история. У нас вот с этими субсидиями. Это вообще такой инструмент какой-то, вот он мне не нравится. Вот смотрите, дом стоит, например, да, и дом решил собирать деньги на тепловой счетчик. У нас же люди собирают деньги. Хотя, да. Да. А полдома на субсидии. Есть законодательство, да, которое обязывает и говорят, а что это мы должны сдавать? Нас не волнует. То есть на полдома, у которого нет субсидии, а то и на одну треть, на них ложится бремя покупки теплового счетчика. А если бы субсидии были монетизированы, то, собственно, эти люди с удовольствием бы вложились в покупку теплового счетчика, для того, чтобы, собственно говоря, еще, может быть, где-то как-то увеличить свою экономию, собственно, внутри субсидий. И, во всяком случае, у них были бы свободные средства для того, чтобы... У меня есть один неприятный вопрос. На чем балансе будет тепловой счетчик? Фактически, собственно, с тем обязательством, которое наложили на жильцов законодателей Украины создать ОСМД. Нет, не ОСМД. ОСМД у нас капля в море. Или домовые советы. Нет, а дом коммунальной собственности. Ну, дома коммунальной собственности с 1 июля этого года – это вообще законодательный нонсенс, да, собственно? Но фактически. Они же существуют. Они существуют просто потому, что, как я уже, опять же, повторюсь, как строгость закона… Как юридическое лицо не существует? На чьем балансе будет счетчик? В воздухе. Так не бывает. Ну, имущество должно быть на балансе. Так не должно быть, но бывает. Так оно будет на балансе теплоэнерго? Скорее всего, собственно, теплоэнерго не сможет поставить себе на баланс. Если пользоваться, скажем так, нормами закона, то не сможет. Потому что, ну, это фактически... То есть это совместное имущество жильцов? Фактически так. И они должны зафиксировать, что это совместное имущество с созданием ОСМД? Не обязательно, собственно, ОСМД. Это может быть какой-либо другой, собственно, орган, а самоорганизация, в том числе, допустим, какое-то общественное объединение владельцев, совладельцев этих квартир. Да. Но это должно быть юридическое лицо, которое имеет право, собственно, взаиморасчетов с поставщиками услуг. То есть при нашей, так сказать, такой ситуации люди не хотят брать на себя управление домом. Ну, нет, домоуправительниц у нас не в чести, поэтому им нужно пригласить. Во-первых, нет школы, да? Да, нет, но никто не хочет брать на себя ответственность. Во-вторых, это достаточно тяжелый труд, я прямо могу сказать. Конечно, я очень много сталкиваюсь с работой подобных компаний, собственно, в Российской Федерации, когда бываю там, да? Управляющие, да? Управляющие компании, собственно, это, конечно, с одной стороны, это огромный бизнес для, опять же, городских чиновников, с другой стороны, это тяжелейшая работа для тех, кто там работает. Потому что координировать такое огромное количество людей, которые живут в одном доме, свести их мнение к какому-то одному тезису, это очень тяжело. Понимаете, когда шло на Западе, шло от доходных домов, от частных домов, вот когда это идет снизу, это одно. Но когда мы пытаемся... нахлобучить, собственно говоря, вот эту, скажем, конструкцию на совершенно другую ментальность. На коммуну в каком-то, то есть это практически никак. И только через какой-то крах, только через хаос, наверное. Это конфликтная ситуация, она вызовет много кризисов. Собственно, я думаю, мы увидим, опять же, даже целый ряд кризисов неплатежей, связанных не с невозможностью заплатить, вернее, не с нежеланием заплатить, а с невозможностью, потому что, собственно говоря, не будет субъекта взаиморасчетов. А законодательство говорит четко о том, что, ребята, ну теперь все, теперь вы сами, нет джеков. Извините. Давайте немножко еще о политике. Я просто вчера прочитала, что Вячеслав Черновил, известный политик наш украинский. Теперь уже политолог больше. Он политолог, да, да. Он заявил, что, вот, честно говоря, меня шокировало это высказывание. Объединенная пророссийская оппозиция начала совместную акцию захвата областных советов в Украине. Чем он это объясняет? Такой вывод. Он пишет в своем фейсбуке: «Моя тетя, сестра Вячеслава Черновила Валентина Черновил, недавно ездила к знакомым в Скадовск. Как раз попала в те дни, когда в Херсонской области был создан единый блок батьковщины с оппозиционным блоком и проведен переворот местного значения. Говорит, что еще не знала о событиях в областном центре, обратила внимание на очень мерзкие их отголоски в Скадовске на следующий день». Об этих отголосках он имеет в виду там флаги какие-то надписи и так далее. О чем, собственно, Вячеслав Черновил говорит?
Это действительно так страшно? На самом деле, мне хотелось бы, конечно, посоветовать господину Черновулу не путать Скадовск с Украиной, да, и не распространять единичное событие на территории всего государства. Я, конечно, понимаю, что любому политологу всегда удобнее для того, чтобы привлечь себе внимание, кричать «волки-волки». Но можно же докричаться, когда, собственно, просто перестанут реагировать. Пока реагируют, но... А вот такая вообще ситуация, она вообще реальна? Есть такая опасность на самом для деле, унитарной Украины? Блокирование любых политических сил в разрезе местных интересов, конечно же, возможно. В том числе даже противоположных, собственно, там, скажем так, по политическому спектру, где-то там наверху. Потому что местные интересы – это все, все прекрасно понимают, все друг друга знают, все знакомы в этом Скадовске. Да? Совершенно... Неважно, как называются, по большому счету, абсолютно, да, какой политической абсолютно, силе абсолютно принадлежат. Верно. Для них, собственно, это политическая партия, которая там где-то существует. Это просто способ, потому что он заставил законодатель так выписать закон, да, собственно, так выписать порядок прихода в городской совет. Поэтому для местного какого-то предпринимателя или общественного активиста это просто способ прийти в городской совет. А как они там на месте будут договариваться, от брендов не зависит. Делить, да, от брендов не зависит. Это там пусть, собственно, Юля с Фирташем решают. Хорошо, тогда если мы выходим на общегосударственный уровень, все эти разговоры, вот были же разговоры, что вот сейчас вот выборы в Штатах пройдут, и у нас будут выборы неочередные, и вообще, насколько это... Я вот хотел бы, собственно, вернуться все-таки к тезису Тараса, да, он говорит о том, что произошли захваты областных акция советов. Акция захвата областных, да, советов в Украине, он говорит, во множественном числе, но приводит пример одного Скадовска. Ну, у меня вопрос, откуда Скадовский облсовет, конечно, но бог с ним, это такой вопрос. Между прочим, да, кстати. Вопрос к Тарасу. Кстати, да. А, нет, он сказал в Херсонской области. В Херсоне было. Если две политические силы, скажем так, сблокировали свои усилия, совместными усилиями сформировали большинство в областном совете и, скажем, через совершенно понятную и прозрачную законодательную, законную, вернее, процедуру, скажем, это большинство зафиксировали, да, то мне непонятно, почему речь идет о захвате. И самое главное, почему речь идет о объединенной пророссийской именно оппозиции. Вы описали демократическую абсолютно процедуру, да? Формирование большинства. Видимо, собственно, в представлениях Тараса эта процедура, собственно, она противоречит его убеждениям, собственно, о демократичности. Не закону Украины, а его убеждениям, да? А почему он Батьковщину вписал в пророссийскую силу? Для меня это тоже удивительно, собственно, в риторике этой партии. Собственно, я не отмечаю каких-то пророссийских настроений. Абсолютно нет. Только газовая тема Юлии Владимировны, то такое, то мы не будем. Газовая тема была у всех. Есть заказ, есть инструмент мочить, да, собственно, по большому счету. Мочим. Угу. Все-таки давайте теперь наверх. Нам выборы какие-то. Сколько было разговоров в конце лета? Горячий сезон, выборы, не выборы, и вообще всех вынесут. Народ, кстати, ждал. Я не знаю, зачем народ ждал. Не выносят никого. Даже то, что президент, собственно, не стесняется ездить в последнее время даже на инспекции дорог, говорит о том, что выборами в воздухе все-таки пахнет. А как это связано? Президент, кроме всего прочего, еще лидер политической силы, которая очень сильно в последнее время потеряла в рейтинге. И этот рейтинг нужно чем-то компенсировать. Это то же самое, что происходит с визовым вопросом. Народный фронт чем-то пытается вернуть симпатии своего радикального электората, и поэтому начинает гласить о том, что, собственно, всем русакам необходима, собственно, виза для визита в Украину. Это же инициатива Парубия, вспомните. И нашим нужна виза туда. Нашим виза, собственно, потом будет нужна. Если мы вдруг, собственно, введем, я уверен, что Россия, конечно же, симметричные меры какие-то предпримет. Угу. И всем нашим, собственно, работягам, которые трудятся там, и самое главное, собственно, до господина Парубия это, судя по всему, не доходит, да, потому что, все-таки эти люди $1,2 млрд ежегодно перечисляют на Украину. Угу. То есть они еще и подпитывают экономику Украины, они еще дают, собственно, какой-то, какого-то угля этой стране. Повышают спрос немножечко, который упал уже ниже плинтуса. С одной стороны, поддерживают потребительский спрос, с другой стороны, поддерживают хотя бы какую-то, собственно, социальную ситуацию, не дают ей накаляться, собственно, до взрывоопасного положения, до взаимных грабежей и убийств, собственно, когда люди начинают уже конкурировать за кусок хлеба. Вы понимаете, я понимаю Андрея Парубия. Он бы, наверное, хотел не пустить туда наших заробитчан. Почему? Я вам скажу. Человек приезжает в Россию, он там смотрит российский телевизор. Ему он общается с русскими, он перекодируется.
Речь как раз идет о тех, кого легко закодировать. Потом он возвращается сюда, начинает что-то не то рассказывать. То есть происходит такое, ну, как бы колебание. Вот, а колеблющаяся нация, она же не может долго находиться в колеблющем состоянии. То есть нужна монолитная нация, которая вот как одно, как один человек. Пусть голодная, но монолитная. Ну, голодная так получилось. Ну, не шмогла я, не шмогла, да? Ну, так получилось, ну, голодная. Мы, кстати, я не понимаю, почему мы голодные. У нас как бы все есть для того, чтобы мы не были голодными. 40% мирового чернозема. Да, да, почему мы голодные? Ну, это другой вопрос. То есть выборы все-таки, вы думаете, раз... А, кстати, в Николаеве же президент своего, тоже из своей политической силы поставил губернатора, да? То есть самое главное заменяет... вопрос, то, что... Внутри коалиции накопилось столько противоречий, они друг друга уже настолько тестируют на прочность. Вот как мы видим, опять же, та же самая инициатива Парубия, это ведь не только попытка вернуть симпатии своего электората, это еще и тест на прочность для Порошенко, который, собственно, в своих европейских визитах и диалогах говорит совершенно другое. О том, что, собственно, нужно необходимо собственно, смягчать, скажем, какие-то отношения с Россией, дипломатическими путями сближать позиции, да, и в конце концов решать проблему Востока. Это противоречит Минским договоренностям, да? Это, собственно, еще больше вносит внутренний раскол в Украину, внутри Украины, потому что позиция людей, которая, собственно, направлена на, скажем, на завершение войны, она все больше и больше растет в количественном измерении. Но патриоты, которые, скажем так, победили, это действительно, это победа патриотов, которые выбрали, вот они предложили путь дальнейший, да, Украины, они победили, они взяли власть. Они не согласны с этим, потому что никакого замирения быть не может, они говорят, и это никак. Причем сам тебя с той стороны, в Донбассе тоже говорят, никакого замирения быть не может. То есть заряжены одинаково две стороны. Поэтому как бы, почему, собственно, я думаю, Петр Алексеевич не рискует, вот и выборы, и прочее. И вот сейчас разведение войск каким трудом идет, да, там, вооружение. То есть чем это все может закончиться? А выборы как... Как вообще? То есть там выборы на Донбассе скоро же, да? Будут, ну, не будут? Что будет вообще? Фактически, собственно, выборы могут пройти, да, если мы говорим о выборах в рамках минских законодательных инициатив, минских договоренностей, то, конечно же, там только после принятия парламентом решений о предоставлении особого статуса этим районам, после того, как будет предоставлено, скажем так, перечень полномочий, только тогда в рамках этих полномочий может быть избраны, собственно, советы, которые соответствуют законодательству Украины. Тогда уже измененному, но тем не менее будут соответствовать. Сейчас, на нынешний момент, они провели пока только праймерис, как они это называли, ну, да, ЛНР и ДНР провели, собственно говоря, праймерис, да, то есть предварительный отбор кандидатов, которых они потом выдвинут на уже законные выборы. Ну да, это американская дата. Тем не менее, собственно, сейчас фактически внутри обоих образований существуют люди, которые выбраны народным голосованием. Вроде то бы есть уже, в принципе, мандат получили. Такой некий квази, собственно говоря, вот субъект для переговоров, он вроде бы появился, да? Но тем не менее, собственно, вот такие инициативы, как у Парубия, они фактически снова разогревают ситуацию. Но патриоты никогда не согласятся. Ну вы же поймите, это столкновение двух, ну это понимаете. Миропонимание, конечно. Столкновение двух векторов. И, естественно, я сомневаюсь, что возможно, чтобы, например, те же герои АТО, например, да, пожали руку или как, ну я плохо себе это представляю. Ну, на самом деле... Друг друга же на самом деле их держали. Это, знаете, я прошу прощения за такое сравнение, но действительно, когда бойцовых собак держат друг против друга, что происходит, когда спускают с поводков? А их до сих пор держат. Это означает, что поводки должны будут существовать и со стороны Европейского Союза, и со стороны России. Вы думаете, России. Они сработают? Если будут достигнуты, скажем так, договоренности на... уровне. Мы уже давно не делаем секрет из того, что судьбу Украины решают без Украины, да? Ну, это понятно. Но если на уровне международных структур... Это инфант-рибль, что естественно. Да. Да. Если на уровне международных структур будет, собственно, принято решение все-таки о том, чтобы этот конфликт прекратить, да, и будут, собственно, уже описаны условия, на которых этот конфликт будет прекращен. Вот, а вы верите в прекращение этого конфликта? Вы думаете, он просто возник, и он куда-то исчезнет?
Конфликт возник, собственно, прежде, любой конфликт вырастает из интересов. Да. Если интересы будут согласованы, соответственно, подпитка для конфликта, она исчезнет. Останется количество, собственно, каких-то сумасшедших, которые заряжены с обеих сторон. Останется количество людей, их которые... Их много очень. ВСУ хочет навалять, дойти до российской границы. ДНР, я бы не говорил о ВСУ, я бы говорил, собственно, только об отдельных, очень отдельных, собственно, частях. О добробатах? А в добробатах тоже полно людей, которые пришли туда, собственно, за деньгами. ВСУ, я знаю, в принципе, тоже неприятно, ты сидишь, тебя обстреливают, хочется ответить. Вот там же ситуация какая. Иногда хочется убежать и к мамке. Это уж как-то... И поверьте, таких очень много, собственно. Судя по тому уровню, и уровню, скажем так, бегства, да, собственно, из армии, и из добробатов, собственно говоря, увольнений, и судя по тому, с какой активностью, скажем так, воюют, очень много людей не хотели бы дальше воевать. Ну, войну никто не хочет. А вот скажите, что могло бы послужить, или что может послужить пусковым таким крючком к внеочередным выборам парламента? Новый какой-то конфликт вокруг какого-то вкусного пирога, например. Еще один какой-то, у нас их мало конфликтов. Какого, например? Конфликтов например? Много, собственно, но существует, скажем так, некие координирующие деятельность нашего госаппарата, структуры, которые пока еще эту коалицию как обруч-бочку держат вместе. Если обруч хотя бы чуть-чуть ослабится, например, отвлечется на те же самые свои выборы 8 ноября, да, и если этот обруч чуть-чуть ослабнет, то за детками могут не уследить просто. Детки все-таки, собственно, набьют себе морды лопатками в песочнице. И вот если это произойдет, тогда вполне возможно все это выплеснется в публичный режим, и, скажем, развал коалиции, ну, скажем, те люди, которые будут заняты своими выборами, не успеют спасти коалицию. Коалиция развалится, собственно, и тогда выборы неизбежны. Плюс ко всему, конечно же, две незаинтересованные, самые незаинтересованные в выборах фракции в парламенте, это как раз фракции, составляющие коалицию, именно из-за потерь в рейтинге. Народный фронт фактически его не имеет, он ниже статистической погрешности. У БПП он достаточно, скажем так, высок. Зато Юлия Владимировна явно окучивает уже... Во-первых, она отбирает на голоса и у Народного фронта, и у БПП. Во-вторых, ее рейтинг фактически первый. Во всех опросах сейчас Батьковщина имеет лидерские позиции на первом месте. Ну, потому что умно поступили, сидели год тихо, а потом вот, а сейчас, когда тарифы пойдут платежки, Юлия Владимировна. Мы увидим тарифный Майдан. Думаете? Ну, во всяком случае, его попытки. А за Юлией Владимировной какие-то олигархи там рядышком стоят? Ну, я думаю, что если бы, собственно, были олигархи, то они бы заставили ее остаться в коалиции, потому что для олигарха важно быть во власти, для олигарха важно получать бюджетные субсидии. А она, думаете, самостоятельная все-таки? Да? Факт остается фактом. Я думаю, что политическое решение о выходе, собственно, оно было принято ей под влиянием, собственно, собственной политической стратегии, стратегии накопления президентского рейтинга. Ну, я вам скажу, что в ситуации, когда все будет очень плохо, людям не будет на что купить кусочек хлеба, как раз такого рода фигура, поправьте меня, если я ошибаюсь, как Юлия Владимировна, можно сорвать джекпот. А пиночет в юбке? Да, то есть она расскажет про порядок, она скажет: мамка, да, наведу порядок, я вам сейчас всем сестрам по серьгам, каждому дам, да, пайку, и народ пойдет. Ну, уже сейчас, мы видим, что народ верит, собственно, да, глядя на опросы. Кстати, по поводу моратории, Юлия Владимировна сказала, что именно потому, что она выступала же, это же было по поводу, что она поднимет аграриев, поэтому парламентарии послушались и продлили мораторий. То есть она переворачивает, да. Возможно. То есть если такие выборы будут, какую картину мы сможем увидеть? Это не будет вообще концом парламента хотя бы на какое-то время? Очень высок риск того, что еще больше территорий будут проводить выборы в режиме, скажем так, военного времени, в режиме боевых действий. Мы уже видели, собственно, на местных даже выборах, видели, как постоянно вокруг выборных процедур происходят силовые конфликты. Особенно это касалось территории, где есть за что воевать, скажем, да? Ой, у нас есть за что. А так как у нас есть за что, то для нас, конечно, этот сценарий сугубо негативный.
То есть, в принципе, может начаться реальная, да, реальная такая драка за не, даже не в политической плоскости, а в физической. Реальная понимаете, драка. Самая большая в этом случае проблема то, что ну, государство, которое представляет собой, скажем так, разветвленный какой-то спрут, который держит на вот кончиках своих щупалец, пальцев, все государство, сшивая его, собственно, сдерживая его, он все больше и больше дряхлеет, этот аппарат. Он все меньше и меньше демонстрирует возможность... А вообще институционально, по-вашему, государство существует? Живо ли оно? С моей точки зрения, институционально. С моей точки зрения, вот как раз в этом случае, собственно, можно институт говорить, институт собственности, институт права, как-то он, оно не шевелится. Не работает. Или если работает, то работает в ручном режиме, собственно, только для того, кого, кто нужен. Боже мой. Утешьте нас, пожалуйста, дайте кому-нибудь. Что у нас будет хорошо? У нас 30 секунд. Даже 20. За 20 секунд, собственно, конечно, после того всего, что мы наговорили, утешить очень трудно, но я все-таки верю, собственно. Я верю в то, что, конечно, возможно, через кризис, возможно, через что-то очень болезненное, но... Рождение произойдет. Спасибо вам большое. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях был заместитель председателя Ассоциации политических консультантов Украины Андрей Бодров. Ну, что же, на цьому у нас все. Побачимось наступну суботу. Тримайтеся.